Об этом скажу вслух. Наталья Гвоздикова рассказала о домогательствах известного режиссера. Скандалы, связанные с харассментом в актерской среде, вспыхивают один за другим. После шокирующего признания Елены Прокловой, рассказавшей, как ее в возрасте 13 и 15 лет домогались известный режиссер и актер, некоторые коллеги-артистки по цеху тоже отважились сделать подобные заявления. Так своей печальной историей поделилась с публикой 73-летняя Наталья Гвоздикова в студии ток-шоу «Судьба человека». Народная артистка поведала, что пережила домогательство в возрасте 25 лет. Отныне покойного режиссера фильма «Большая перемена» Алексея Каренева. На этот момент мэтру было 45 лет, и он, по словам Гвоздиковой, воспылал к ней чувствами, которые довольно открыто проявлял. Он проявлял ко мне знаки внимания, по-разному проявлял. Я понимала, что очень ему нравлюсь, и вроде как он и не прочь проявить симпатию ко мне. Были репетиции, то волосы поправить, то костюмчик, вспомнила Наталья Федоровна. Молодая актриса не ответила Кореневу взаимностью и резко отвергла его приставание, чем не на шутку разозлила режиссера. Гвоздикова уверена, что именно поэтому он убрал из «Большой перемены» часть сцен с ее участием. С Кореневым у меня были непростые отношения. Пожалуй, только об этом скажу вслух. Он меня наказал. Вырезал часть моей роли из «Большой перемены», заявила артистка в беседе с Борисом Корчевниковым.